Друзья, всем привет! С вами Зинулька я самая. Ну что, мои хорошие, вот у нас вечернее пастбище, можно сказать так. Утром вообще такая жара стоит, что бедолаги с открытыми ртами. Ну, естественно, я утром их не пасу, а вот только вечером и утром. То есть в жару не пасу. Я встаю в 5, выгнала их, они до 7, до 8. Это само на травке, а потом я домой. И вот в 7 часов, начало 8 сегодня выпустила их. Трава уже горит, такое чувство, только май месяц, а уже все поле желтое, смотрите. Видите, дождей-то вообще нету. Не знаю, будут в этом году, у нас дожди нет. Везде вроде бы передают дожди, но только не у нас. Ну, наверное, у нас еще все впереди. Так что такие дела, мои хорошие. Видите, как красиво, да, у нас? Мне нравится, честно сказать. Природа хорошая. Тихо, спокойно. Днем жара не дает ничего делать. Вечером комары. Вот и. Вот такие вот у нас дела. Ой, помахали крыльями. Красиво, да? Скоро грибы, ягоды пойдут. И там еще много чего интересного будет. Вот так-то. Они сейчас у меня не так уж далеко ходят пока, потому что еще все равно трава есть. Когда вот практически жрать, извините, мне кушать становится ничего, они начинают в поисках. По 2-3 часа я с ними хожу. Я их не загоняю домой, пока они сами домой не пойдут. Они как бы это зуб набивают. Старший как заорет, все следом идут за ним. Так что такие вот дела. Всем пока.